Здравствуйте, друзья! Это лучшая лига мира, МЛБ, первая лига. И мы сегодня отправляемся на ее самый посещаемый стадион. Это стадион Калининград. Здесь всегда болельщиков много. И сегодня их не отпугнула даже погода. Станислав Минин для вас комментирует. И пошли, поехали. Игра началась. Три центральных защитника играет Балтика. Команда, которая умеет мячи отбирать в центре поля, быстро переходить в атаку. Довольно современная по своему построению. Ну и КамАЗ, надо сказать, начал этот сезон просто блестяще. И на него еще нужно будет выходить. Подача еще одна тянется за мячом. И не попадает Гидеон Гузина. Этот сезон для него первый в России. Похоже на то, что не последний. Здесь принимают мяч и друг друга дают футболисты Балтики. Вот хороший подбор. И вот удар поворотом. И ногой вынужден отбивать Алексей Мамин. Здорово сыграл, но и удар получился коварный. Чтобы было понятно, что именно он хочет. Бегает. И кто первым добежит здесь до мяча? Сразу подача в штрафную. И чуть в свои ворота не направляют мяч. Выбивают, кажется, на угловую. Сейчас будет подавать Максим Кузьмин. Удар! И как сыграл! Как сыграл Алексей Мамин! Отбил! Блестящая реакция. Но вот мы ждали, когда себя проявит, наконец, Владислав Лазарев. Перевод уже на правый фланг. И оттуда в штрафную. И добегает Арустамян. Простреливает удар. Мяч в воротах. Мяч в воротах. Но судья показывает, что он успел. Мяч, конечно, покинуть поле. Ну, реакция Самкина, я думаю, что понятна и содержательна, и по форме. Причем, смотрите, как оно было. И эту свободу ему организовал соперник. Удар с дальней дистанции. Рикошет, и это должен быть угловой. Там ничего уже не было по-настоящему опасного. Много там было игроков. И братья Джинджалы. А сейчас атака Балтики. Сейчас удар будет. И какой гол! Гол! Гол забивает Пряхин. Вот не зря. Наверное, дали мы ему такие авансы в начале. Перехвалили даже где-то. И он этим, чувствуя, вдохновился. Шучу, конечно, но удар потрясающий. И Пряхин забивает. А дальше ни от кого уходить не понадобилось. Потому что вот здесь оставили огромную зону, свободную. Подача в штрафную. Падение. Но здесь было немного картинности. И сейчас совсем не напоминает о том, что он душа компании, Аслан Дудиев. Желтая карточка. Посмотрел на судью так, как будто он его в эту веселую компанию никогда не позовет. Автор гола. Он же будет автором подачи. Точной подачи. Удар. Ну, мог быть опаснее. Получилось выше ворот. Это Пуцко пришел и пробил. Подача в штрафную. Заброс такой получается. И выходит из ворот Евгений Латышон. На острие оказался, мы очень редко сегодня его фамилию называли. Сергей Серченков. Радмановац. Ну, кажется, он для него мяч поставил. Радмановац. Перевод на другой фланг. Скидка. Пряхин! Скидывал мяч. Отсюда удар. Ничего не показывает судья. Еще удар. В руки вратарю. Но, ну а это зачем? Ну мешал, да, мешал. Лазарев. Удар Кашчела на трибуне. Вот этот участок. Потому что так надо. Удар! И мяч летит выше ворот. Ну и спрашивают. И все. И все. Закончил судья. Кажется, да. Победа Балтики. 1-0. Очень огорчены игроки КамАЗа. Потому что шанс им все-таки предоставился.